Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Kubot X70. И сейчас я покажу вам, как включить, вернее, как добавить Google аккаунт на данное устройство и как его можно удалить. Итак, для этого мы открываем настройки и переходим в раздел пароли аккаунта. Далее нажимаем «Добавить аккаунт», выбираем Google. После чего вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее» и вводим пароль. Нажимаем «Принимаю». И здесь нажимаем «Принять». Таким образом, мы добавили Google аккаунт. Для того, чтобы его удалить, мы нажимаем на него, нажимаем удалить аккаунт, окей, и подтверждаем действие либо паролем, либо отпечатком пальца. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.